Беги к ней. Она не собирается убегать, просто не любит мою машину. Адам, низко. Кристин. Не гонитесь за деньгами, станьте профессионалами. Поверьте, тогда деньги польются рекой. Энджел сказала, вы меня вызывали? Я хочу, чтобы ты занял место Фрэнка. Микки назначил меня директором! Да! Я белый медведь! Треск, который вы слышали, там, куда я нырнул, был всего метр глубины. Кристин здесь. Адам, ты в больнице, сынок. Когда ты ударился о дно, голову резко согнуло вперед. Шестой и седьмой позвонки сломаны. Возможно, результатом этой травмы станет долговременный паралич. Может быть лучше, чем сейчас, но двигаться ты уже не сможешь. Мой мальчик все сможет. С возвращением домой. Ну вот, наконец-то. Я ведь уже никогда не буду ходить. О, ну что ты, перестань. Все у тебя получится. Иногда жизнь бывает ужасной. Каждый день, просыпаясь, мы делаем выбор. Вылезти из кровати или остаться в ней. Попробуем свечку. Да, у меня сегодня покер. До завтра, сынок. Просто у меня это плохо получается. Я Адам, большой американский младенец. Давай. Ты не представляешь, какое влияние оказываешь на всех сотрудников. Даже если бы я вернулся к работе, эффективность была бы нулевой. Ты же не фигурист. Ты предлагал ипотеку по телефону. Я тут кое-что придумал. Теперь ты можешь держать бритву и ручку. Спасибо, па. Да. Я не очень разбираюсь в таких вещах. Не знаю, что еще сказать. Но ты здесь. Начнем с этого. Даже не представляю, с какими трудностями ты сталкиваешься каждый день. Я вел себя ужасно, но вы все равно относились ко мне по-человечески. Мне стыдно за то, что я ушла. Ты меня простишь? Игры судьбы. Эй, раз. Что? Подойди. Скоро в кино.